В Баку проходит международная конференция, организованная Бакинской инициативной группой, посвященная обсуждению французской политики неоколониализма в Африке. В конференции принимают участие представители различных стран, включая Францию, остров Майотта, Сенегал, Буркина-Фасо, Камерун, Демократическую республику Конго, Мавританию и ряда других африканских государств. Одним из выступивших стал активист Кем Себа, который акцентировал внимание на попытках западных стран, в частности Франции, навязать свои ценности под видом неолиберализма и разделить африканские страны. Мы страдаем от гнета этой страны уже 500 лет. Некоторые лица с удивлением воспринимают тот факт, что в Баку пройдет большое мероприятие, связанное с панафриканизмом. Однако, если мы посмотрим на общую ситуацию, то увидим, что Азербайджан активно участвует в движении неприсоединения, следовательно, входит в число самых серьезных борцов с колонизацией. Активист также добавил, что позиция официального Парижа по Карабаху резко отличается от отношения к африканским странам, таким как Гвиана, Мартиника и Гваделупа. В отличие от Карабаха, Франция не говорит о самоопределении Реюньона и Новой Каледонии. На конференции подчеркнули необходимость объединения усилий и преодоления внешнего давления. Только так африканские страны могут достичь настоящей свободы и суверенитета.